Мы знаем, что Коран часто цитирует отрывки из Писания и говорит о библейской истории и подобных вещах. Но он делает это так, что Писание получается совсем другим, истории другие. Во что верят мусульмане относительно Библии? Они говорят о Тауре, то есть Торе, они говорят об Инджиль, Евангелии. Верят ли они в Библию? По сути, нет. Они верят в то, что Библия, которая у нас есть сегодня, была искажена. Что Коран — это настоящая ее версия. То есть, когда Коран говорит так, а Библия иначе, они верят, что ошибается Библия. И что Мухаммед был использован Аллахом, Богом, чтобы восстановить истины, которые были искажены в иудаизме и христианстве. И они указывают на один стих из пророка Иеремии. Это интересно, указывать на стих в Библии, чтобы доказать, что Библия искажена. Но они указывают на 8 главу Иеремии, и этот стих звучит так. «Как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас, а вот лживая трость книжников и его превращает в ложь». Итак, у нас здесь пророк Иеремия, упрекающий народ за изменение того, что сказал Бог, за изменение его законов, потому что Иеремия и его люди по праву хранили их. То есть, это не Библия неправильно, не точно сохранила что-то. Конечно, во всех отношениях, исторически, лингвистически, мы знаем, что Библия приводит исходную историю, а Коран вносит путаницу, когда пересказывает библейскую историю и прочее, и приводит неправильное понимание в свете более поздней еврейской традиции, христианской традиции или просто чего-то, чему Мухаммед учился у одного из своих учителей. Но суть в том, что вот есть Иеремия, упрекающий народ от Господа, потому что книжники пытаются изменить то, что говорит Бог, и его ответ. У нас есть настоящее слово, у нас есть настоящая Тора. Не слушайте то, что говорят лживые книжники, держите за написанное слово, которое у нас есть.